Ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки, а также очень много других собачек и самых разных животных. И сегодня я осталась одна на хозяйстве, и несколько дней я буду ухаживать за всеми животными сама, потому что все уехали, в том числе наша Таточка, которая, как мы в шутку называем, бабушка Софии Эйвена, моих собачек. И я осталась абсолютно одна, и теперь мне предстоит очень-очень-очень сложные деньги, потому что нужно следить за всеми питомцами сразу. А как вы знаете, здесь их очень много. Это самое большое количество питомцев на всем Ютубе. Так что сегодня у нас будет очень веселое видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы тут впервые. И мы начинаем. Кто помнит нашего котика Мейн-куна маленького? Он прохлаждается вот здесь, в теньке, в жаркие летние деньки. А еще, ребят, я хотела сказать вам спасибо за 500 000 подписчиков на канале. Значит, наши веселые и добрые ролики с полезными советами кому-то нужны, и мы стараемся не зря. Спасибо вам большое за то, что смотрите нас. А теперь поехали! Пошлите! Ланкаширский хили Ревочка сейчас уехала вместе с Таточкой, и остался только ее сын Илай. Вот он наш коричневый красавчик! Да! Иван, Софи и Юми гуляют вместе со всеми собаками, с кардиганами. Юмичу уже ни с кем не дерется, кроме Илая. Она только с ним спорит. Я об этом отдельное видео сделаю. Если хотите, ставьте лайк, и я расскажу, почему это происходит и что с ними не так. Вот все наши кардиганы тут гуляют. А Мишенька и Мэнни Пенни, это еще одна чихуашка, гуляют отдельно от всех, потому что у них сейчас стечка, и им нельзя встречаться с мальчиками, поэтому они гуляют на другой территории вдвоем. Бабасик, бабасик, бабасик. Ой, там что-то куры закричали. Что тут у вас случилось? Что-то куры и цесарки так прям закричали. Я думала, у них что-то случилось. Может, за корм подрались. Я хотела сводить всех собак на речку, но у нас еще толком не было лета, и вода очень холодная до сих пор, к сожалению. Иван играет с Илаем. Я встаю рано утром, чтобы выпустить всех собак гулять. Да, я мечу. Затем я иду доить коз. Это очень странное и необычное ощущение, конечно. И нужен опыт, чтобы научиться их доить. Козочки живут здесь, в одном домике с осликом нашим. Моисей живет тут, в этом домике. И утром я сюда привожу еще из своего домика мастера, нашего пони. Весь день мастер гуляет здесь вместе с Моисеем и со всеми остальными. На пастбище вот здесь вот они едят травку, а вечером я его веду спать. Бараш! Его я тоже вечером кормлю с Моисеем, козочками и мастером. Ребят, это вот я как говорила, здесь идет сейчас стройка большого зимнего дома для мастера и Моисея. Нужно не забыть покормить и попоить всех птичек, курочек, гусят, голубей, попугаев наших двух, канареек. В течение дня собаки все вместе гуляют, а вечером я их кормлю всех. Да, Илай, и тебя тоже. Эйвен, Софи и Юми, как я сказала, сейчас гуляют со всеми собачками вместе, а Мэнни, Пенни и Миша гуляют отдельно. Поздно днем предпочитает спать в барбекю. А ведьма в зависимости от настроения. То она гуляет со всеми, то она где-нибудь одна сидит, прячется. Или тоже с любезным в барбекю. Для тех, кто не знает, ребят, это русская псовая борзая. Такая вот очень красивая, элегантная порода. Вообще ведьма и любезные – это охотничья порода. Очень они красивые, я их очень люблю. Я не знаю, ребят, интересно ли вам посмотреть, как я ухаживаю за всеми животными, и в том числе даже даю коз. Если да, то поставьте, может быть, лайк или напишите комментарий, и я это покажу. Да? Все животные у нас тут очень дружные. Да, и очень любвеобильные. Посмотрите на Эйвена, что он делает. На самом деле, это он, возможно, нашел чью-то здесь метку и пытается переметить ее, то есть завоевать большую территорию. Я давно уже обещала вам снять видео про всех вельшкорги-кардиганов и рассказать про них более подробно, и надеюсь, что в этот раз я все-таки это сделаю. Да, Машунь? Так как собаки весь день на улице, у них здесь в доступе есть постоянная вода, я ее включаю и наполняю этот тазик, чтобы у них всегда было что попить. Кто узнал Цилю, а? В
Варя у нас сторожевая собака, и поэтому в течение дня она отдыхает в вольере и выходит сторожить территорию ночью. Кто не помнит, у нас тут три котика, Чейз, антибиотик и маленький, а также кошка Блюз, которая вечно где-то гуляет. Мэнни Пенни, тигровая чихуашка, очень необычный у нее окрас. И Мишка гуляют вот здесь, потому что, как я сказала, у них течка, и им нельзя находиться с мальчиками. Иногда они гуляют вдвоем вот здесь, либо с ними еще гуляют какие-нибудь девочки. Это Наташенька, кардиган, а это ее трое маленьких щеночков, ее детки. И я собираюсь снять про них тоже отдельное видео и рассказать про них вам. Они такие хорошенькие мочики. Посмотрите. Три щеночка вельш, корги, кардиган породы. Они такие вот пупсики. Вот такие вот серьезные маленькие медвежатки. Софи, давай. Ай, молодец. Юми, давай. Юми, иди сюда. Юми, иди сюда. Иди сюда, Юмичу. Давай залазь. Смотри, все залазят. Все залазят, Юми. Давай. Ай, молодец, молодец. Пишите, ребят, в комментариях, про кого из животных вы хотели бы узнать подробнее и что бы вы хотели узнать. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!